Всем здравствуйте! Сегодня у нас 29 марта, Одесса, среда. Игорь Сергеевич. Среда. У нас шторм продолжается на улице. Сейчас солнце, но это ни о чем не говорит. На улице очень холодно. С утра было 0 градусов, и лужи были во льду. Значит, вчерашний день, конечно, это был какой-то кошмар. Жуткий ветер. Очень много попадало деревьев. Есть пострадавшие люди. Одна женщина в тяжелейшем состоянии в больнице с множественными переломами. И еще двое тоже в больнице. Также предупреждают сегодня, что может быть отключение света у людей и воды. Это связано все с погодными условиями. Аварийные отключения. Вчера также еще очень много пострадало машин. У людей, у одних людей вылетело окно прямо в квартиру. У других людей улетел балкон, отвалилось. Ну, я так думаю, типа вот как там балкон, вот крыша вот эта отвалилась, и что-то часть балкона отвалилась. Общем, наверное. Ну, в общем, там была аварийная тяжелая ситуация. Что еще было? Летали альфаторы. Летали вот эти вот, есть такие покрытия, альфаторы закрывают. Я не знаю, как они называются, Игорь. Ну, сделаны с профнастила, закрывают альфаторы, чтобы более благороднее было. Да. Их ветром разметало. И вот они летают, и они так отлетело. Я одно видео видела, отлетел этот лис. Нет, целая вот эта штука, установка с ножками. Да. Я же говорю, поэтому как она называется, как остановка. Она полетела, это счастье, она вылетела на дорогу, ехала машина. Машина увернулась, счастье, что навстречу не ехала другая машина, иначе была бы авария. Очень много было пробок. Еще были пробки из-за того, что открыли Макдональдс. И пробки на машинах были, что стояли в очереди на машинах, что на вынос, выносили в машины. Вот. Ну, в общем, такая ситуация. Мы стараемся идти там, где поменьше деревьев, хотя это очень сложно, поэтому мы вот... Игорь говорит, что вчера уже все попадало, но оно могло раскачать. Что-то предела 20 деревьев упало, а может быть даже уже и больше. И деревья такие, знаете, не маленькие, больше, чем вот в такие вот, больше с корнем. Одно дерево я видела упало прямо во дворе на пятиэтажку, на дом. Это по какому-то счастью оно ничего не повредило. Ну, может быть, не видно было. Или очень близко стояло, потому что не хватило Да. Ну, близко стояло, да. Силы удара не хватило. Да. Так, в общем, вчера работы хватало коммунальщикам. Ну и сегодня мы шли, видели, что работают много коммунальщиков, везде убирают. Это все снимается на камеру для отчетности, наверное. Я не знаю, чтобы не было что-то голословно, да, что убирается? Да, я думаю, что да. Да. Ну, просто я так удивляюсь, и кучки еще не начались. Кучки в этом году начинаются 5-6 числа. Ну, каждый по-разному себе считает кучки. Кучки всегда перед Пасхой христианской. В этом году они с 5 по 12 апреля. Кто не знает. Каждый год это разные числа, все связано с Пасхами. Это христианская Пасха и еврейская Пасха. Я не буду рассказывать историю это. Прямо, наверное. Вот.
Сегодня, а не сегодня, а 31 числа, первый раз в этом году, будет выступление на балконе на Александровском проспекте возле книжки. Начало в 18:00, будет джазовый концерт. Также, а 1 числа на следующий день, как вы знаете, 1 число 1 апреля, это день смеха. Но день смеха, естественно, не отмечается в этом году. Да. А будет просто концерт, тоже джазовый. Будет он в 15:00. Что еще? А, и в зоопарке 1 числа для детей тоже будет. Ну, для детей, для их родителей. Праздник. Тоже будут сделать мероприятия, чтобы детей поразвлечь немножко. Будут клоуны, будут выступления разные. Естественно, будут работать театры, спектакли, что-то еще. Сегодня также будет в библиотеке на Градоначальницкой, на втором этаже, выступление, тоже будет концерт, будет выступать. 3 часа, по-моему, да? Нет, это будет в 4, в 16:00. Да, вот. Хорошо, что ты меня спросил за время. Да, это бесплатно. Вход свободный. Библиотека Паустовского. Да, библиотека Паустовского на втором этаже. Вот видите, новый пролаз, вот так, торговый центр. Вот, могу показать его весь. Вот. А потом... Что я хочу сказать, вот иногда проскальзывают такие комментарии, вот как это так, столько у вас война, кто-то развлекается, кто-то ходит, как это можно слушать музыку. Ну это надо слушать музыку. Я понимаю людей, которые так пишут, естественно, я понимаю, но нельзя падать духом, а музыка, она всегда... дает людям настроение, надежду. Ну как без спектаклей? Если в Одессе столько переселенцев, которые пережили страшные в своей жизни периоды, которые видели, что такое смерть, что такое потеря близких, обязательно людям надо эту отдушину. А в чем она? В музыке, в театре, в книгах, в стихах, в творчестве. Это обязательно должно быть. Нельзя унывать, нельзя падать духом. И вот я слушала недавно Барского, вчера я слушала его разговор, его видео он записал. И он рассказывал, Борис Барский, кто не знает, артист и режиссер театра «Маски». Они, кстати, отмечали свой день рождения своего театра. Ровно 20 лет, как они открылись на Ольгиевской. И он рассказывал, что когда к ним привозили с больниц раненых... С госпиталя, раненых солдат, он видел их лица, какие они были поникшие, что они были еще там, на фронте, понимаете? И как после спектакля у людей, у солдат, у них зажигались глаза, они улыбались, понимаете? Это обязательно надо. И Барский сейчас, он рассказывает, что он после каждого спектакля он выходит и говорит благодарственные слова всем солдатам, которые сейчас воюют. Он сказал, он как всегда, он красиво умеет говорить, он сказал... Давайте, вот сейчас у нас в зале наши раненые солдаты, давайте обернемся, поаплодируем им и обнимем их. Это очень сильно тронуло этих ребят, и они были благодарны, что они попали на этот спектакль, они были благодарны людям, которые им аплодировали, и они чувствовали свою поддержку. Поэтому
музыка, спектакли – это все поддержка. Поддержка наших ребят, поддержка всех нас. Что ты хотел что-то сказать? Да, мы видели, как привозили раненых в дельфинарий. Да, да, тоже. Это поддержка. Обязательно это надо людям, понимаете, всем. У многих очень много горя. Многие теряют своих близких, родных. И, может быть, это единственное их спасение. Поэтому не суди, да не судим будешь. Ну, я понимаю этих людей, которые так пишут. Я понимаю, да, потому что... У них свое, да. Я не осуждаю этих людей абсолютно. Я просто хочу, чтобы они поняли, что это нужно, очень нужно всем. Этот вот на балконе, да, концерт. Он же не 1 апреля выступает, а 31-го. Да, да, да. День смеха. А вот... Да, да, не меда, ну, они не празднуют День смеха, это просто поддержка. Это, потому что они выступают обычно в субботу-воскресенье. А тут они 31-го решили открыться. Так, ну все, наверное, мы будем заканчивать. Мы прогулялись, прошлись. А будьте нам здоровы, берегите себя. Берегите своих близких. И пускай у всех наступит завтра.